Добрый вечер, шановні друзі! Мій сьогоднішній співрозмовник все життя знімає справжнє народне кіно, і певен саме за це його так шанують мільйони глядачів. Сьогодні у нас в гостях видатний російський режиссер, актор, публицист і политик, депутат Державної Думы Росії Станіслав Говрухин. «Десять негритят», снятый вами по Агате Кристи, потрясающий, на мой взгляд, фильм. Вы считаете его первым советским триллером, таким безукоризненным боевиком. А вы сказали, это не однажды, боевик, не это... боевик, да, я ну, не, да, Триллер я тогда просто впервые услышал слово триллер, мне понравилось. На самом деле это детектив, Но вы... совершается убийство, кто неизвестно, и мы зрители разгадываем тайну. Причем сердце колотится, Этого когда убийства. разгадываем ну, Да, конечно. Вы признались, что впервые в своей жизни снимали фильм для себя. Да, правильно. Что это значит? Ну, дело в том, что вот я и сейчас собираюсь снимать фильм для себя. Потому что я уже давно хочу увидеть... Вы давно снимаете фильмы для себя, по-моему? Ну да. Но сейчас я хочу снять такой же острый фильм. Ну, то есть я хочу снять что-то такое, чего я хочу посмотреть. И чего нет на экране. Вот, когда я снимал «Агату Крис», такого на экране не было. Я хотел сесть, затаиться, в углу зала и с интересом наблюдать за развитием сюжета и бояться еще и что была атмосфера страха меня никакие вампиры никакие чудовища не напугать да, не не могут поэтому я я хотя там же создается атмосфера страха создается музыка игрой артистов да. а, монтажом а, ну и так далее и и другими кино. режиссерскими приемами. И мне было страшно. Я закончил картину, сам сел просмотром в просмотровом зале, посмотрел, и, и мне было по-настоящему страшно, интересно. Я забыл, чем кончится. Вы знаете, когда я готовился к интервью и много о вас читал, для меня стало откровением, что оказывается популярнейший советский фильм пираты 20 века. Сценарий к этому фильму написали вы. Я думаю, что большинство наших телезрителей об этом не догадываются. Это фильм, который, напомню, посмотрело за один год 100 миллионов человек. Страшная цифра. А... Я не преувеличил? Да нет, конечно. А за все годы, наверное, миллиарды. Страшное дело. Я однажды в году 1982, мы приехали во Вьетнам. И вот на вьетнамцы вокруг, и мне рассказывают, и они им говорят, что это режиссер, известный советский режиссер, он снимал фильм «Место встречи изменить нельзя» и все такое. И я говорю, ноль внимания. и потом переводчик говорит, вот он еще, кстати, автор сценария «Пираты 20 века». Так они меня чуть на куски не разодрали. Каждый хотел дотронуться. Тоже потому в... что это была супер популярная картина в Восточной Азии. Я помню, вместе как... Вместе с американскими, там был миллион американских, и на этом фоне она просто была там супер популярна. Я помню, как выстраивались очереди в кинотеатры, просто да. фантастические очереди. Посмотреть этот фильм. Вы тоже делали сценарий, чтобы вам было страшно, чтобы вы не могли оторваться? Ну, снимал-то не я, снимал мой товарищ, с которым мы вместе... Снимали фильм «Вертикаль», мы вместе учились, это наш дипломный фильм. Снял Борис Дуров и снял очень хорошо. Вот я когда посмотрел, я же до, до этого снимали фильмы по моим сценариям. И каждый раз я был очень недоволен. Мне казалось, что сценарий испорчен. А вот в данном случае я посмотрел и подумал: да, не, я бы, я бы сам так не снял. Вы имеете отношение к еще одному, на мой взгляд, культовому фильму, который стал символом времени? Я имею в виду фильм Аса. Снял его Сергей Соловьев. Фильм, перестроечный по духу, такого еще не было. И Цой звучащий, и Гребенщиков, и совершенно поразительные персонажи, которых в советском кино не было и не могло быть. И потрясающая ваша игра. Когда вы открылись не как режиссер, не как сценарист, а как актер, причем прекрасный, глубокий, естественный, натуральный, такой вот: прямо сойдите вы с экрана вот мы вас понимаем абсолютно все. Вы вмешивались в работу Соловьева? Вам не хотелось дать ему некоторые наставления? Ну, хотелось, конечно, я однажды а ему говорил, я говорю, ну, Сережа, вот ты меня заставляешь играть самого себя, я все-таки не урод, не бандит, не убийца, ну и как бы ну, таким образом мы вызываем симпатии зрителей к отрицательному герою. Они же ведь не такие, как на самом-то деле. Вам Эти так темные. казалось? Нет, я-то видел их. А он не знает. Ты-то их не видел. А я говорю, я их видел. Ну чем ты из меня делаешь? Я должен играть себя, то есть, в общем, нормального человека. Мы вызываем симпатию, романтизируем э, отрицательного героя, преступника. Да. На что он мне говорил? Ты артист. Твое место в буфете. И мы шли в буфет. Слава Богу. Он разобрался без нашей помощи, что как нужно было снимать этот фильм. И, наверное, он был прав. Вы никогда не встречали человека, которого вы сыграли, Крымова? Прототипа Крымова? Ну, они такие страшненькие все. Значит, встречал... Не плавают так хорошо, как вы. Недавно с ним играл Нарды партии 100, наверное, мы были у Кобзона, у Нелли Кобзона на день рождения, Марбей. Значит, ко мне однажды на какой-то тусовке, а фильм только вышел, только прогремел, и ко мне подходит вот такой, вот такой рост еврей, ну, такой ужасно несимпатичный, такой толстый, нелепый такой, сказал, и говорит мне, а вы знаете, что в фильме «Аса» вы сыграли меня. Фима этот говорит. А вы красивый, широко Я говорю, почему? Он говорит, так это же я был вот это. Помните это магазин «Океан», который в основу лег? Дело магазин да. «Океан». Да. Это же я. Я за это получил 18 лет. Он 20 лет отсидел от фильма. Мы с ним и сегодня дружим. Но сама постановка вопроса, что я сыграл его... Для вас была... Я как Гали рассказал, она умирала со смеху в жене. Его зовут Фима? Фима его зовут, да. Ну, мы сейчас иногда встреч... <laughs> встречаемся, ужасно смешно. Вы как актер сыграли не только Васи, Анкор еще Анкор, и Благословите женщину, и Сукины дети, и Девятая рота. Вас все-таки тянет, правда, самому стать и сыграть? Нет, давно уже не тянет. Меня из-под палки гонят. Но дикая органика все-таки, правда? Меня всегда из-под палки заставляют сниматься. Вот сейчас я пожалел, что не стал сниматься. Сережа Ашкинази, мой товарищ, снимал многосерийный фильм о Елисе... э, э, директоре Елисеевского магазина, сакану, да. которого расстреляли. Фронтовик, да. орден орденоносец, и вот его расстреляли. Даже КГБ и не спасло ничего. Даже КГБ написало, что это не не соответствует меры наказания тяжести совершенного преступления. Его расстреляли, тем не менее. И вот он снимает о нем фильм об этом интереснейшем человеке интереснейшим, совсем не преступники. И у меня там была очень хорошая роль. Но мне было так лень сниматься. Так вы еще и ленивый. И я, Сережка, я там... Я говорю, Сереж, ну не могу, ну неохота. Ну давай возьми кого-нибудь. В отличие от модных режиссеров, которые снимают сегодня артхаусное кино, вы всегда были апологетом реалистичного, народного, любимого впоследствии народом кино. И э, яркий символ э, этого кино, конечно же, ⁇ Ворошиловский стрелок ⁇ за который и я, и миллионы людей, которые сейчас сидят перед экранами, вам благодарны. Потрясающий фильм, где торжествует справедливость, где ты хочешь, чтобы она вас торжествовала, и ты радуешься, потому что понимаешь, что еще не все потеряно. Что вы хотели возбудить вот в людях, в зрителях, когда снимали это кино? У Александра Дюба в графе Монте-Кристо есть замечательная фраза: На свете нет ничего прекраснее, чем справедливое возмездие. Оно так и есть на самом деле. Ведь если бы существовало, каждый раз преступника, человек, совершившего там убийство или другое крупное преступление, настигало справедливое возмездие, и преступления бы прекратились. Это ведь не месть старика, это возмездие. Возмездие. Разница какая? Разница, во-первых, оно адекватно. Понимаете, он не то, что его внучку изнасиловал, а он взял всех застрелил. Это, это месть. Нет, это адекватное возмездие. Это должен был бы сделать суд, государство, правоохранительные органы. Да? Они не захотели. Они не захотели, как это часто бывает, помочь э, гражданину. Маленькому гражданину. Да, вмешаться, защитить закон. Вот, как это всегда бывает и тогда. Тогда этот маленький человек берет ружье, нож, или еще там что, или просто камень, и сам совершает это возмездие. Чего тебя часто это бывает? Это, это было и до Ворошиловского стрелка, и после него. Как где-нибудь какой-нибудь старик отомстит или там накажет насильника своей дочки или внучки, так мне звонят и говорят: о, вот там в Ростове появился Ворошиловский стрелок. Как вы прокомментируете? Я говорю: так они были и до Ворошиловского стрелка и после и будут всегда. Если государство, правоохранительные органы, Молчит. судебная власть не хотят защищать гражданина, то он будет вынужден защищаться сам. Хорош был Ульянов в «Ворошиловском стрелке»? Ну, изумительный, изумителен просто. Вы получили и... удовольствие как режиссер? Он сделал все, что нужно было? Ну, он просто сделал больше, чем я ожидал. Он так тонко это все играл. Я, когда он умер, я помню, и в первый же день показали ворошевский стрелок», и я стал смотреть его, и я просто любовался каждым движением брови, этого артиста и смешно еще он делает это, это еще вызывает улыбку каждый раз. Вот он напугался, вот вот это, вот он удивился, что машина взорвалась. И все это ужасно, все это видно и здорово он играет. Когда вы смотрите Ворошиловский стрелок по телевизору, вы говорите себе: "Молодец, все четко". Да, конечно. Удовлетворение есть. Да от этой картины, да, от десяти не говорите, от такой же ощущения. В какой-то степени, может быть, от картины семисерийного фильма «В поисках капитана Гранта», от Тома Сойера. Да. Я недавно посмотрел раз третий, наверное, тоже случайно «Благословите женщину» и плачешь в конце. Ну да. Вот «Благословите женщину» я бы переснял. И страну не любишь, в которой все жили после этого фильма. Хотя вы любите, а я вот после фильма «Благословите женщину» не люблю. За то, что так унижала своих граждан, за то, что так не любила ни женщин, ни мужчин. Ну, это у меня к ней сложное отношение. Я и не люблю, и люблю. Там было много плохого и много хорошего. И, к счастью, мы сейчас кое-что начинаем перетаскивать и с той стороны, по этому. Там же было совершено столько глупости, такой дури. Ну, например, в один день отменили пионерские лагеря. Вообще не было несколько лет никаких. Потом их назвали оздоровительными, но уже все разрушена была система, вся разрушена, вся вся инфраструктура была разрушена. Детям негде было. Богатая родная страна. Потому Почему они это отменили? Потому что пионерские лагеря. И лагеря. Пионерские, да. А оздоровительные лагеря и сейчас существуют. Слово лагерь то никого не пугает. Например, в один день пришел Гайдар и сказал, нам северный морской путь не нужен, это невыгодно. 300 лет люди осваивали северный морской путь. Пришел начальник и сказал, нам это не надо. Кабинетный. За Опять. два месяца погиб весь Северный морской путь. <coughs> Пароходы были мгновенно распроданы, распилены, наверняка. Все распилено, все захламлено, порты остановились, люди остались в бараках, кто успел удрать, то не успел, все полная разруха. Вся гигантская несколько тысяч. Километров территории. А теперь выяснилось, что нужно: что нужно осваивать шельф, что там богатейшие запасы минеральных богатств. А ничего нет, все было разрушено за два месяца. Да далеко не надо ходить, вспомните Черное море. Да. В один день исчезло, все флота нет. Как это? Все время курсировали корабли. В любом месте из одного города в другой можно было добраться на пароходе. На ракете? На ракете, на метеоре сейчас. Ни ракет, ни метеоров, ничего нет. И случилось это в один день буквально. В один день. В фильме Не хлебом единым вы сняли Александра Розенбаума. Почему? Ну, во-первых, он очень похож на этот тип. На этот тип людей. У него морда... Ну, во-первых, он. Ну, вот именно такие они были. Я все-таки их иногда имел возможность наблюдать. Понравился он вам в этой роли? Очень понравился. Органичен. Он. он играет абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот вот именно таким я и представлял себе этого персонажа. Вы сняли новый фильм в стиле джаз, который вскоре увидят киевляне. О чем этот фильм? Ну вот в стиле джаз это название фильма и одновременно и жанр его. Ну вот в стиле джаз. Это не нынешние молодые люди, это э, все-таки вот те, которые живут в каком-то другом стиле еще, немножко в советском, немножко в американском. Ну вот и отношения у них другие, и любовь между ними вот такого рода возникает. Это моя, в общем, самая легкомысленная картина вместе с тем. Ну и самая серьезная. Мне часто говорят, ну как же так, вы снимали фильм, ну, такие проблемы все время ставили. А сейчас вот такие пустячки, артистка какая-то там, пассажирка. Я говорю, ну, наверное, поудел. Меня тянет к простому сюжету, к простоте. Вот у. У Пасторака есть стихотворение, которое, да, в котором есть такая фраза. «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту». То есть, ну, человек, искусство, вот, приходит к, к тому, что, оказывается, самое сложное... Можно выразить самым простом. И меня сегодня интересуют самые простые сюжеты, самые простые отношения. В основном отношения мужчины, женщины, в семье и прочее. Простое всегда гениальное, гениальное просто, да. правда? И еще Пастернак в этом же стихотворении пишет: она простота. Она всего нужнее людям, но сложное понятнее им. Ну, не тот, не тот глагол употребил. Что значит сложное понятнее? Сложное непонятнее, а, ну, а милее, поскольку кругом твердят. Ну, вот, ну, давайте на живописи проверим. Ну, вот. Черный квадрат. Да. Заходите в магазин, да? Захотите, зайдите, купить какой-нибудь альбом Саврасова. Не, не будет ни Саврасова, ни Поленова, ничего. Там будет стоять Пикасо, Сальвадор Дали, Шагал, ну кто там еще у нас по порядку то в этом? Шемякин, Ван Гог, Шемякин, ну и уже по нисходящей туда, потому что вот сложное, ну и оно и моднее одновременно. Какой из своих фильмов вы считаете вот если взять один самым лучшим Вершина? Черт я знаю. Ну, если говорить о публике, которая всегда права, то, конечно, место встречи изменить нельзя. Ну, я там просто вижу много недочетов, мне все время хочется переснять какие-то сцены. Но есть фильмы, которые не то чтобы безукоризненны в художественном плане. Близкие к этому. Но, но у меня к ним меньше претензий в художественном плане. «Десять негритят». «Ворошиловский стрелок» и «Десять негритят». Ну, вот, и, скажем, вот в стиле джаз последняя картина, ну, она всегда, у каждого режиссера последняя картина любимая. Вот в стиле джаз, совсем простая картина, и особых там у меня к ней претензий нет, в плане художественного. Многие ваши коллеги всегда жалуются на то, что вот они хотят снимать кино, а денег нет. Где вы берете деньги? Где и все? В тумбочке. Все, все ведь берут в одной тумбочке у государства. Подавляющее большинство, 99% фильмов снимается за счет государства. Не только за счет Госкино. Государство в разной форме оказывает поддержку кинематографу. Ну, например, скажем, Рязанов снимает Андерсона за счет Газпрома. Это гос государство? Государство говорит Газпрому, помоги. А, Тодоровский снимает фильм «Тиски» за счет комитета по борьбе с наркотиками. Это государство? Там, фильм «Край» недавно снял учитель за счет «Рау Д. Это государство? И так далее. А Лукойлы, а всякие там прочие, они тоже помогают, если попросят государство. Оглядываясь назад, кого из артистов, которых вы снимали в своих картинах, вы можете назвать великими? Ульянов, конечно, в первую очередь. Высоцкий, Борис Федорович Андреев, Крючков, Иван Переверзев. Ох, Я грандиозно. играл с замечательными, работал с актерами, с замечательными. Там Джигарханян, Иван Бортник, Ирина Купченко, Чурикова и так далее. Много. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний російський режисер, актор, публіцист і політик, депутат Державної Думи Росії Станіслав Ховорухин.